Да, и ворота одни. Это как чувак зашел вчера, говорил, что типа скоро разрабы сделают, что нужно будет чинить все 7 генераторов. Я говорю, ну ман встанет у одного гена, что ты будешь делать? Фак! Такое попадание засрал! Такое попадание засрал, вы видели? Ну скинь палету. Спасибо. Дерьмо, все топоры раскидывал. Прям обидно до сих пор. Да ты гонишь! Издевательство. Ся! Хватит. Нет, там без шансов попасть. Так. Ладно, первый хит только у нас. Первый, точнее, этот. Повес, первый хит, блин. Да. Это было хорошо. Выследили чисто чувака. Здесь чувак был. Понимаю. Вот это попадос, конечно. Все близко. Когда как? Когда тихий шорох, когда еще что-то другое. Никак не знаю, что может понадобиться на самом деле. Пойдет? Удобненько, удобненько они прям под топорики ложатся. Как будто и делать ничего не надо. Ну вот что ты, кто это поставил? На. Кто вот это поставил здесь? Огородка, блин.
докинул. Блин, за две попытки не докинул. Слишком высоко. Очень высоко. Очень далеко. Найс, кинул. Еще ген остановил какаха. Сначала челика минусанем, потом уже об остальном подумаем. Так. Я не вижу никого, вы видите? Надеюсь, она не встанет сейчас. Топорики нужны просто. А я действительно никого не вижу. Где они могут чинить тогда? Здесь. Нет. А где? Сюда. Как же криво. Если прямо кинул, сейчас была бы пушечка прям. Было бы очень хорошо. Сначала топорики возьмем. Тотемчик стоит. Может, и старичок, конечно. Но не-не-не-не-нет, дорогуша. Опа! Повторюсь, что тотемчик может быть настояк. Нужно его сначала. Говорю, его сначала нужно взять. Га-га.